И тупой дождь. Давайте только без вот этих вот минусов. Не жмите на минус. Сейчас могла быть хорошая атака, контратака. Он взял и опять мяч у него там. Давай. Там мастер стоит, нормально. Бейте поворот. Мастер, да? Да. Отлично, Паш. Саня, Саня. Да, да, ну я сильнее хотел. Ну охуенно. Не туда совсем. На среду. Фу, блин. Я сейчас так выдохнул. Че с ботом было, я не помню, че он сразу отпрыгнул, оставил. Нормально, наша польза, по-моему. Напарь. Вот как мы вдвоем тут пролетели. Да не, я уже понял, да. Аль, там такое закроют. Там защитники живые. Конечно. Да, все. Поэтому такая херня там пройдет. Вот, что я вам скажу, фигня. На удивление боты пока очень. Не, Жень, не надо, надо через Саню. Ну, мне казалось. Не, я понимаю. Отлично. Сань, центр. Сейчас, подожди. Паша, лучше. Сань. Жень. Скинь вперед. Хорош. На Жене давай. Наш. Ой. Ой, хорошо. Ну, отлично.
отлично. Боты, конечно, любят на волейбол подсадить. А. Ай-яй-яй. Ну, почему? Потому что башка и это на весе больше. Я не просил обратно. Отлично. Новостенько. Дальше. Да сволочи, ну это же вообще штрафной. Сзади по тормозам. Че, матч идет, что ли? Да. Он не дается. Офсайд. Да они не особо не это. Там забросы, во-первых, во-вторых, они особо не атакуют. Игорь, тебя очень плохо слышно. Я говорю, там Сталин вроде писал 2.50. Нет, он потом написал 22.15. Я ничего не слышу вообще, что Игорь там. Ну я плохо слышу, но, блядь. Ну куда, Сань? Ну куда я там выгуглишь? Он такой, блядь, не знаешь.
сейчас слышно, да? Да. Я думал, он позже матч. Три ноль. Сань, после матча запиши скрины видео. Че, Макс не подошел? Его не будет, он же вчера еще сказал. Просил. Я только так его выносил. Вы после матча будете играть еще, нет? Я нет, точно. Я тоже не буду. Пиздует. Ну да. Давай сам раскинем. Я хочу ударить. Такой из-за того, что там мастер стоит. Да я понял. Многоуважаемый мастер. Хуил он, блядь. Ну я-то с сарказмом сказал. Не, ну это понятно. Куда, блядь? Я вообще не навесом хотел. Что это такое? Дети уже будут ебать что-нибудь. Сейчас. Да, да, слышал. Басонская музыка. Какая минута?
88. Это вовремя.